Приветствую! Thank you.
Хорошего дня! Я ищу Киру. Ее нет. Охотится. Жалела, что ты не с ней. Скажи, где она? Молит богов об удачной охоте. Волтарь, спасибо. Зоркая Артемида, направь мой лук. Молю тебя от всего сердца, пусть Алексиус не распугает мою добычу своими тяжелыми шагами. Я старался не шуметь. Старайся лучше, а не то добычи нам с тобой не видать. Здесь красиво. Цветы напоминают мне о лучших днях. Но тебе стоит задуматься о том, хорошо ли ты владеешь луком. Мне не нужно просить богов о меткости. Боги часто принимают облик животных. Я просто предупреждала их. Ведь я всегда попадаю в цель. Что ж, посмотрим. Идем. Горные козлы не станут ждать, пока мы наговоримся. В детстве я охотилась на них чуть ниже. Понимаю тебя. Но моей добычей были крысы. Из них неплохой суп. Но ты многого достиг. Так же, как и ты. Разве не прекрасно? О, да. Ну, а теперь покажи, как ты стреляешь.
Здесь нет никаких коз. Отлично. И не только. Моих людей ждет сытный ужин, а богов щедрое подношение. Спасибо. Ты славный охотник, но зачем ты позвала с собой меня? Какая наивность. Между нами что-то есть, хоть я и не хочу поддаваться чувствам. Потому что любишь Фалета. Или мне так казалось, пока не появилась ты. Охота освободила мой разум, и я могу подумать над тем, что было сказано. Это хорошо? Ниже по реке есть место. Там тихо. Можно побыть наедине. Что скажешь? Я весь твой. Люди Делоса долго страдали. Я счастлива впервые с тех пор, как началась война. Прекрасная форма. И лук? Он тоже. Ты сможешь вернуть им мир. Люди его заслужили. И ты тоже. А ты, Алексиус, ты мог бы остаться с нами, когда все закончится. Когда-нибудь я уйду на покой. Но не сейчас. Ты что-то путаешь, Мести. На покой не может быть. Хочешь... Нет. Прихожу на берег, а там огромный медведь растерзал контрабандистов. Медведь? Калисто, и что ты сделал? Ну, убил его. Что же еще? Он и меня хотел разорвать. От этого копья никому не уйти живым. А что та женщина? О, она жива. Может, уже на полпути в Лаконию. Почему мне с тобой так легко? В наших жизнях многое сложилось одинаково. Мы с тобой оба рано повзрослели. Я хочу тебя, Алексиус. Здесь, сейчас, под этими звездами. Я возжелал тебя, едва увидев. Больше других островов я люблю Миконос. А я тебя больше других наемников. Нужно рассказать Фалету. Да, позже. А пока будем готовиться к восстанию. Ты права. Но прежде...
Здесь повсюду охрана. Нужно быть начеку. Подарок оставил себе куклу Киры. Она вырезала букву П. Папа. Могла ли Кира знать об этом? Мятежники должны узнать правду. Но для некоторых кровь много значит. Если все выяснится, Кира может потерять поддержку.
Где Кира? Она... Уже соскучился, Мисти? Кира, мне нужно тебе кое-что сказать. Что с твоим лицом? Оно слишком серьезно. Сядь, выпей, расслабься. Я скажу тебе это наедине. Иди за мной. Вот мы и наедине. Так что же ты хотел мне сказать? Не знаю, как сказать это. Подарок твой отец. Что это за шутки? Я не шучу. Я убью тебя на месте! Невозможно. Кира, мне жаль. Он отнял у меня все. Но как ты узнал? Я нашел твой дом. Знаю о твоей матери. Слышу крик, как сейчас. Вижу вихрь из синих доспехов и алых клинков. Я убегала, подскальзываясь на крови матери. И никогда не возвращалась. Это правильно. Спасибо, что сказала лично. Никто не должен знать об этом. Но прошу, оставь меня. Мне нужно побыть одной. Хозяин Орла, меня зовут Геродиан, я правая рука Фалета. Псы войны всегда чуют кровь. У вас тут, похоже, псарня. Тебе удалось потопить флот Афинин на море, и теперь их лучшие воины покоятся на дне. Сражаться за Спарту... В бой! Началось!
Без вечной войны победы не будет. Меня направляет космос. Thank you.
подожди! Стража, убить его! Это за мою семью, Маллака! Скажи дочери, лучше бы меня убила она. Она тебе больше не дочь. Thank you.
Люди счастливы. Так и должно быть. Впервые с тех пор, как Арес проклял нас войной, в Делос пришел мир. А где Кира? Неужто не хочет выпить со своими людьми? Ты сохранил тайну. Я удивлен. Подарок был сложным человеком, но он был ее отцом. Она ушла, чтобы отправить его к Харону. Каждый воин заслуживает похорон. Даже подарок. Моли богов, чтобы также отнеслись и к нам. Тем временем мы можем делиться вином и рассказами. Ха-ха-ха, рассказывай. Воины заслужили. Даже Фалет. Конечно, если найдешь его. И напомни, я задолжал ему рассказ о потере глаза. Как команда, готовы плыть? Как прикажешь, но сперва позволим выпить и спеть. Присоединяйся. Фалет, что ты здесь делаешь? Думаю, молюсь. Это было мое время. Что? Я должен был стать победителем. Но ты отнял у меня все. Отнял подарка, отнял эти острова. Даже Киру, мою любовь. Никто тебе не принадлежит. Я не краду твою славу, я помогаю. Ты ничего не сделал. Мы любили друг друга. И полюбим вновь. Я смогу завоевать ее сердце, если докажу, что я настоящий воин. За честь! Для Харона. Ступай к черной, как ночь, реке и погрузись в бесконечный мрак. Ты будешь плутать во тьме с призрачными мертвецами, даже в царстве Аида. Thank you.
Не стоит прощаться в одиночестве. Я рада, что не одна. Я так долго этого ждала. И вот все случилось. Я думала, что обрету покой. А что чувствуешь? Я была полна мести. А теперь... Он мертв, и мы не можем это исправить. Мы? Не мы убили, а ты. Я могла попрощаться с ним, но ты мне не позволил. Я должна была отомстить. Здесь и сейчас важны лишь люди, что сражались за тебя. Ты нужна им, а не богам. Ты прав. Я им нужна. Они мне нужны. У нас больше нет общего врага. Я нужна им, как никогда. Спасибо. Что будешь делать? Мика, нас нужно восстановить. Так и сделаем. Но он не будет прежним. Таким, как хотел отец. Мы сделаем его новым домом для свободных людей. Для мира. Кира. Они празднуют. Прощай.